Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня, кстати, хочу вас в самом начале поздравить всех с наступающими праздниками, всем Нового года, веселого настроения, много всего, всего-всего, чего вы сами себе желаете и хотите, любви и счастья, ну и идей нам побольше. И хочу с вами такое отдыхающее видео, больше как бы снимаю, ну не больше, но в основном я хочу, мне опять же этот журнал у меня одолженный, вот, но тут я так пролистала потихонечку, но хочу просмотреть его с вами, потому что здесь настолько интересные такие конструкции, которые я хочу запечатлеть, а потом повторить, возможно, не с таким узором, но сами конструкции меня поразили. Я, девчонки, не знаю никакого года, ниоткуда этот журнал, нигде не вижу опознавательных знаков, год, может, это просто как книга, да? Значит, вот, смотрите, вот у них простые, такие, как мы любим, простые модели, ну, тут платочная вязка, хомут из квадрата, вот, все у них такое интересное, вот, вот это вот мне понравилось, это как типа кокона, смотрите, с молнией, и воротничок стоечка, вот такую вещицу я связала, очень мне понравилась, симпатичная вещичка, даже и без перевода я бы наверное, вот, девчонки, вы просмотрите, пожалуйста, потому что здесь очень хорошо, что все размеры указаны, и мы бы их подогнали под себя, в принципе, можно и перевести, попытаться. Ну, тут понятно, смотрите, пончо из двух полосок, вернее, получается, что одна полоска, еще две, ну да, вот это спинка, и еще две тут, это пончо, шарфик, ничего необычного. Комбинация цвета узоры. Здесь тоже ничего обычного. Необычного, вернее. Интересно, вот такая бумага. Может, он старый какой-то? Ну, нет, нигде ни года, ничего. Никаких опознавательных знаков. Здесь простая шапка, но тоже симпатюлечка такая. И шарф. Ну, за счет пряжи, конечно же. Конечно же, за счет пряжи это все. Оттенки интересные, смотрите, с шнуровочкой. Смотрите, как здесь комбинировано. Шарф и обвязки из одной пряжи, а шапка и митенки, основа, из другой пряжи. И помпон под вот эту обвязку. Как интересно, все как бы накомбинировано, да, как совмещено это все воедино. Очень красиво. Получается, ну, шапка обычная, конечно. Здесь бактус тоже из махера, тоже нас этим не удивить. Шарф тоже один узор, резинка 2×2 плюс дорожки. Вот этот мне понравился, тоже простенький. Ну, это, кстати, эту клетку легко вязать, я думаю, вы знаете. Если не знаете, пишите, я вам покажу. Здесь вяжется одна полоса, а вот это вот вывязывается крючком. Очень-очень удобно. И при том это удобно, знаете, если, допустим, вот сделать вот такие вот, ну, квадраты по два. То есть никаких вам ни протяжек не будет, ничего. Кстати, вот этот способ, я думаю, надо с вами как-то использовать на чем-то обычно, видите, и здесь, кстати, рука все квадратами, никакой тебе никаких извращений. Вот интересная понча, только я не пойму, как оно сделано. Вот как оно сделано. А горловина вот здесь вот, смотрите, девчонки, правильно же я понимаю? Да, вот здесь вот горловина. Вот так вот, да, вот так вот. И она там закручена, смотрите. Вот тоже смотрела, думаю, как же. Да.
И вот видите, либо это пряжа такая, либо это специально вставленные нити, именно чтобы придать фактуру. Тоже интересно смотрится, что можно использовать остатки. Вот еще один жилет. Тоже простейшая выкройка, но за счет вот этих вот ромбов. Такая оригинальная моделька. Сюмец. Обычные ромбики там чего. Кстати, выкройка, смотрите, тоже совершенно обнаковенная. Круглый вырез, скос плеча, все, больше там никаких заморочек. Так, это у нас широкий шарф. Вот, смотрите, вот это, кстати, вязаная поперек. Я вот все на него смотрела. Вот это я бы, конечно, сообразила. Вот эта вещь очень интересная, девчонки. Вот смотрите, вязаная поперек. Спинку нам покажут. Покажут. Смотрите, вот она выкройка. Так, видно там в камеру. Как, что вы мне скажете на вот эту вот штучку? Мне очень вот это понравилось. Поперечным вязанием я бы связала. И выкройка очень интересна. Пишите свои мнения, девчоночки. Как думаете? Вот эту штучку я бы точно связала. Вот это у меня на первом месте. Тут опять же ничего. Видите, они не заморачиваются. Вот вам вся выкройка. Ни со скосами плеча, ни с чем не заморачиваются. Ни с подрезами, ни с подрезами с каких. Ни с ростком, ни с чем. Жилет платочной вязкой. А видите, швы тоже по бокам есть. Зачем? Шалевый воротник. Здесь за счет пряжи. Тут тоже, смотрите, вот это вот, вот тоже, смотрите, какая выкройка. Вот я же говорю, насколько интересная конструкция. Видите, тоже тут и получается и воротник. Ну да, это же воротник. Хм. Вот это можно попробовать, правда? Что у нас из этого получится, из такой конструкции? Надо, девчонки, что-то сообразить такого. Это будет второй номер, девчонки, голосуем. Первый тот первый, второй вот этот вот, или все оба, наверное, можно тоже сделать. Они такие, что на них можно остатки использовать. Шар интересный, смотрите, с отложным воротничком. Ну, я бы такой не носила. Ну, тут у нас понча, видите, вот обычная понча, которая, я не знаю, я когда-то такое вязала, а что-то у меня видео половину не было, я и не смонтировала его. Как вы думаете, вам связать вот такую вещь, которая вот просто полотно вяжется, и потом пуговицами это все, за счет пуговиц можно носить вот такими вариантами это все, и шарфом еще плюс. Можно носить. А ну, напишите тоже мне по поводу вот этого. Это будет у нас третья пронумерованная модель, да? Напишите, как вы думаете. Вот нужна вам эта штучка для начинающих? Вот сделать такую. Так, тут у нас ничего нового. Тапочки. Уже весь интернет в таких тапочках. Шапочка. Снудик интересный за счет того, что, видите, затянут вверху, а тут лежит на плечах. Вот еще тоже что-то я не поняла вот эту конструкцию. Она знакома очень, как бы, но и не совсем то, что мы думаем, что мы, к чему мы привыкли. Вот это вот разлетайка. Надо мне все-таки скачать эту программу с переводами и перевести эти модели, которые интересны. Ну, тут за счет пряжи ничего нам интересного нет. Это тоже жилет квадрат квадратом. Видите, действительно, никто не заморачивается. Это мы в Ютубе начинаем извращаться, соревноваться друг с другом. Тоже, смотрите, такое накидочка. Вот только вырез.
Горловина. Хотя за счет пряжи, за счет образа, да, вот смотрите, рубашка, и там оно интересно смотрится довольно. Вот еще одна. Ну, тут тоже. Мы это все делаем коконом, чтобы все красиво садилось. А тут им раз-два и готово. Особо не напрягаемся. Жилет тоже без обвязок, без ничего. Выкройка. Вот. Не скоса от плеча, ничего. И все красиво. Молодцы. Умнички. Умнички. Ну, это пончо у меня есть, вы же знаете. Уже в старых видео. Это тоже пончо простое. Регланные линии, только смещенные. И все. И все дела. Девочка на Лизу Арзамасову похожа мне. Вот это, девчонки, вот смотрите, какая интересная, прикольная штука. Такая накидка, ну тоже типа пончо. И насколько она интересна, то есть платок. Вот это тоже бы я попробовала с удовольствием. Вот насколько интересно, просто, это из нашей серии, просто, но оригинально. Видите, один угол у нас подшивается, туда уходит, а второй уходит сюда. Вообще класс. Вот номер 4, да, у нас, по-моему, из того, или 3. Вот это, что я хотела связать. Да, я, наверное, все эти 3 свяжу. Ну, тут нечего смотреть. То же самое, регланные линии. Гетры, вот, девчонки, вы же говорили, что гетры нужны. Но что-то я пока не родила их в своей головушке. Такие какие-то и оригинальные, и простые. Ну, это у меня есть. Заходите, смотрите. Все. Больше интересных моделей, я думаю, не будет. Но вот те 3... А, ой, смотрите, какая. Смотрите, жилеточка какая интересная, с большими разрезами. Квадратный, смотрите, вырез. Все, девчонки. Вот еще, ну это... А, тут уже у нас кокон, да? Тут видно прям хороший такой кокон, что и локоть закрывает. Все. Значит, что у нас по итогу? По итогу у нас вот это. А, первая. А ну давайте, я сейчас пролесну вам. Первая модель по новой. Итак, первая модель. Вторая, клетку показать вам, не показать. Напишите мне. Или прям свитер вы хотите. Третья. Вот эту обязательно свяжем. Тут даже и голосовать за эту не надо. Третья. Четвертая вот эта вот. Пятая. Вот эта нужна, не нужна. Вот это у нас пятая. Вот это тоже я не поняла. Вот, и вот это шестая. Ну, вот третью и шестую, одна и первая мне нравится. Короче, мне нравится все, девчонки. Вот если вам тоже нравится все из того, что я предложила, пишите все, и будем потихоньку вязать. Все из нашей любимой серии «Быстро, просто и оригинально». Так что, девчонки, пишем ваши пожелания. Если все, то значит все. Я бы, наверное, связала все. Зима на носу. Будем сидеть, будем вязать. Ну, а что делать-то? Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.